Всем привет! Перед вами электрический фрезер Bord BOF1600N. Это компактная модель для обработки дерева, фанеры и пластмассы. Она подходит для кромочной обработки, изготовления канавок и пазов, снятия фаски. Модель устойчива в работе благодаря прочному литому основанию. При износе щетки отключаются автоматически. Глубину фрезеровки можно регулировать. Мощность фрезера 1500 Вт. Скорость вращения регулируется от 8 до 30 тысяч оборотов в минуту. Три цанговых зажима 6, 8 и 12 мм позволяют работать с оснасткой разного размера. Кроме того, данная модель оснащена системой плавного пуска. Инструмент укомплектован ключом для зажима цанги, параллельной направляющей, адаптером для пылесоса и центральным упором.